Сегодня мы приготовим кабачково-морковные оладьи в кухонном комбайне Витек VT1621. Нам потребуется 700 грамм кабачков, 2 моркови, 6 столовых ложек муки, 6 столовых ложек крахмала, 1,5 чайной ложки соли, 50 мл растительного масла, 1,5 чайной ложки сушеного чеснока и 1/4 чайной ложки каенского перца. Кабачок необходимо помыть, очистить и нарезать на кусочки, проходящие по ширине в загрузочное горлышко. Морковь также необходимо очистить и разрезать вдоль. Собрать кухонный комбайн с насадкой теркой. Потереть овощи с помощью кухонного комбайна на первой скорости. Затем готовые овощи оставить на 10 минут, чтобы они дали сок. Переложить натертые овощи в миску, помять руками, посолить, добавить специи. Затем нужно просеять муку и крахмал, тщательно перемешать. Включить мультиварку на режим поджаривания на 40 минут. В чашу налить растительное масло, дать 3 минуты маслу прогреться и с помощью ложки выложить в чашу мультиварки тесто. Оладьи нужно жарить 7 минут с одной стороны, затем их нужно перевернуть и жарить еще 7 минут с другой стороны. Готовые оладьи выложить на тарелку, а в чашу мультиварки отправить следующую партию. Кабачково-морковные оладьи готовы. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.